Жители Темиртау озвучили ряд претензий о качестве пассажирских перевозок. На все волнующие вопросы во время часа акима ответил Кайрат Бегимов. В частности, горожане пожаловались на нерегулярный график движения автобусов. Ведь из-за долгого ожидания на остановке скапливается большое количество пассажиров, что нарушает действующие санитарные нормы. График разработан, фактически он существует, но вместе с тем на сегодняшний день из-за не полного выхода техники, то есть порядка 80% только выход есть, в особенности это по таким перевозчикам, как ТТС, есть к ним замечания. Соответственно, не соблюдаются нормы санитарные. По ним на сегодняшний день, первое, проводим работу с мониторинговыми группами по наказанию масочного режима, за отсутствие масочного режима к водителям и кондукторам. Ну и второе, на сегодняшний день разрабатываются нами дополнительные маршруты и исключение договорных отношений с такими перевозчиками. Кроме того, некоторые водители автобусов игнорируют остановку на центральном рынке и, не доезжая до нее, продолжают останавливаться у ограждения. Вследствие чего пассажиры вынуждены нарушать правила дорожного движения и обходить забор прямо по проезжей части. Дал поручение управлению полиции, за нарушение этих правил будут приниматься меры. Также жители поинтересовались, планируется ли обновление трамвайного парка. Он находится в собственности у компании ArcelorMittal Temirtau, которая на данный момент проводит обследование техники и трамвайных путей. Однако планов по дальнейшему развитию пока нет. Эльвира Волгина, Сергей Баданин, Максим Ломакин. Новости Темиртау.